Thank you.
же большой выбор. Аспект! Еще один чертов дневник на тяжелой броне. Помните о своем. Возвращайся, пока не началась гангрена. Простите, не убивайте. Нравится поэма? А кто были те люди, которых он отправил в ад? Политические противники. Враги. Алигьери бьет точно в цель, да? Си. Очень тонкий способ отомстить. Эцио. Я еду в Адрианополь посмотреть новый печатный станок. Это интересно. Это почти в неделе пути верхом отсюда. И ехать одной. Прего? Извините, у вас, наверное, дела. София, я бы с радостью поехал с вами, но времени совсем нет. Да, ни у кого из нас. Ну, я попробую решить последнюю головоломку. Но у меня есть одно дело. До завтра подождете? А что вам нужно? Глупость, но мне нужны свежие цветы. Белые тюльпаны. Я достану для вас цветы. Не сум проблема. Уверены? Да, заодно и развеюсь. Бене, встретимся в парке к востоку от Айя Софии. Вы мне цветы, я вам информацию. Thank you.
Хорошо, что мы вдвоем. Хладнокровные, безжалостные убийцы. Вместе с наместниками мы должны уничтожить их. Их всех нужно поймать. Черт, сиятельный султан Баязид осведомлен о том, что его... Помогите мне, придите благородство. Если вы не жалитесь надо мной, я погибла. Помогите мне. Похоже, вы ищете, на что потратиться. Что вам нужно, друг мой? Тюльпаны. Белые, если есть. А, тюльпаны! Простите, только закончились. Может, что-то еще? Нет-нет, больше ничего. Ну ладно. Я знаю, где взять свежих тюльпанов. Вы подождите меня тут, а я вернусь через час, ну, максимум два. Я не могу ждать час. Которую мы обобрали? Поздоровилась. Какое-то время она будет не при. Пожалуйста, дела. Не надо. Я пойду. Которую мы обобрали? Еще немного. Ладно, ты весь день избегаешь этой темы. Я не хочу никаких уверток. Только прямой ответ. Когда ты отдашь мне 10 центов? Наверное, у господина найдется для меня монетка. Ой, мне же нужно еще подместить. Я принесу тебе в жертву. Предлагаю небольшую награду тому, кто располагает сведениями о местонахождении купца Мануила Палеолога. Размер награды будет зависеть от ценности
О! Я знаю все современные методы врачевания. Лекарства и все для больных и раненых. Поверьте, это очень выгодные условия. Подарок. Кибелли, грация. Спасибо, что дали мне поучаствовать в вашем расследовании. В этом деле любая помощь просто бесценна. Вы так загадочны, Эцио Аудиторе. Ми диспьяче. Я не специально. Нет, нет. Э аффасинанте. Сэмбро Сквизито. Угощайтесь. Как там последний шифр? А, шифр, си. Я давно разобрала его. Вы скоро его получите.